Приветствую вас, друзья! Настало время поговорить о холодном оружии. Хотелось бы напомнить, что компания «Оружейная линия» занимается не только продажами различных ножей хозбыт назначения, но и также занимается активными продажами холодного оружия, то есть тех ножей, которые могут себе позволить обладатели гладкоствольного либо нарезного охотничьего оружия, то есть покупается по разрешению серии «Роха». Чем же интересен данный вариант? Нож «Антитеррор» от казанской компании «Милитака» разрабатывался специально для подразделений ФСБ, но на гражданском рынке, соответственно, он появился сравнительно недавно. Ну, давайте по порядку. Общая длина ножа составляет 280 мм, длина клинка порядка 160. Сразу стоит отметить, что рукоятка выполнена из термоэластопласта, то есть нож сидит в руке очень уверенно и никуда не скользит. Соответственно, при тычковых нагрузках здесь помогает обезопасить себя именно наличие гарды, она здесь выполнена из стали. Здесь также присутствуют долы с двух сторон, которые повышают прочностные характеристики ножа и облегчают его. Соответственно, нож заточен с двух сторон. Нельзя сказать, что заточка очень качественная, я бы даже сказал больше. При покупке данного ножа стоит все-таки заточку подправить, поскольку после заводской заточки здесь присутствуют некие зазубрины. Хотя при этом нож остается очень острым. Сталь здесь не очень твердая, здесь используется сталь 50H14MF. Эта сталь обладает твердостью 52-56 единиц. Сделано это специально для того, что при тычковых нагрузках клинок у вас попросту не лопнул. То есть если бы здесь было, к примеру, 60-64 единицы, то при определенных нагрузках нож просто мог бы лопнуть. Соответственно, в данном случае небольшая твердость скорее будет даже плюсом. Стоит заметить, что данный нож поставляется в комплекте вот с такой, скажем так, с такими ножнами, которые имеют несколько вариантов крепления. Мы можем его повесить на крепление молли и, соответственно, на ремень, как охотничий нож, то есть за петлю, и, соответственно, вот в этих вот местах. Сами ножны выполнены из прочной толстой кожи. Здесь усилены заклепками и прошиты капронными нитями. Соответственно, нож здесь удерживается очень надежно. И стоит заметить, что внутри, соответственно, присутствуют еще пластиковые упрочнители, скажем так, которые обезопасят вас от, скажем так, разрыва ножен и каких-либо травм. В комплекте также присутствует сертификат о том, что этот нож относится именно к холодному оружию, к охотничьему оружию. Здесь все данные присутствуют. Данный нож уже на витринах нашего магазина, все справки по телефону 290-90-90, а также на нашем официальном сайте armsline.ru. Выбирайте лучше, до скорых встреч!